Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и в этом видео мы с вами посмотрим Танк 3 Pro от 8849. Итак, вот в такой вот большущей коробке он поставляется. И хоба, сразу смотрим комплект. Тут у нас набор мукулатуры. Кстати, вот эта мукулатура очень полезная, потому что тут расписано, где какие сенсоры, где что расположено. А этот смартфон это просто, вы знаете, есть такое понятие, как швейцарский нож. А есть такое, наверное, понятие, которое относится к этому смартфону. Это как швейцарский нож на стероидах. Просто все, что было на складах, наверное, у китайцев, они просто засунули в этот смартфон и сделали. И причем делали, ну, с одной стороны, очень даже неплохо, а с другой стороны, я вам все-все-все расскажу поподробнее. Так, дальше. Еще немного макулатуры. Это мы в сторонку. Хотел бы я сказать, что это в комплект положили стекло, и оно визуально кажется, как будто это стекло. Но оно оно ну, пластиковое, то есть это, это пластиковая защитка, как бы, но ну, это не пленка, ну, и не и, и не стекло. Короче, вот такая вот штука положили, в принципе, спасибо, там они из завода пленочку наклеили, поэтому не знаю зачем положили. Итак, соответственно, сам гигант просто огромный, наверное, это самый огромный смартфон, который вообще у меня когда-либо был, хотя нет. А может и да. А может и да, по крайней мере, самый тяжелый. Дальше по комплекту. USB-C кабель, чуть-чуть увеличена жало, совсем чуть-чуть, хотя это не особо-то и нужно. И 120 ваттная зарядка. Сразу скажу, у этого монстра батарея 23 800 миллиампер-часов, И сразу же скажу, как вы думаете, за сколько он заряжается? вот этим зарядным устройством. Родным кабелем, естественно, 23800, да. Я вам так скажу, что у меня батарея продержала с 50%. Я два дня активно, соответственно, пользовался ним. Там играл, скачивал игры, тестировал. Потом где-то дня еще... 4, он у меня валялся в основном на стендбай, и потом еще денек я пользовался, и в итоге получилось неделя, неделя продержалась на 50% заряда, вот при таком виде использования. Короче, с нуля до сотни он у меня зарядился. Я вот даже специально еще не с... я засекаю, у меня тут на часах засекаю, я, короче, засек. Смотрите, с нуля зас... до сотни он зарядился за 2 часа, ну, где-то по моим подсчетам, 25 минут. Потому что я в 24 минуты смотрел, было 99%. Потом что-то хожу, 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 думаю, дай посмотрю, смотрю, а уже 100%. Возможно, в каком-то промежутке. Не в 27, а было раньше. Поэтому, короче, чуть меньше, чем 2,5 часа такую большую батарею. И самое удивительное, что 50% он зарядил за 30 минут. Я когда в телегу это выложил к себе, я думаю, ого, ну как так, тут же 23 800. И она как бы и держит долго, и заряжается быстро. В чем подвох? Окей, с комплектом понятно, давайте о самом смартфоне. Вот он такой вот огроменный, просто. Если что, его вес 696 грамм. Я скажу так, я специально таскал его э, в кармане зимней куртки, специальный такой карман, знаете, большой, у куртки ты его туда вроде как положил, он туда помещается, все нормально, но 700 грамм это очень много, это прям очень много, и его можно с собой таскать, если, допустим, вы постоянно пользуетесь какими-то сумками такими небольшими. Либо там, может быть, я не знаю, есть такие сумки типа бананки, когда ты их тоже к себе вешаешь. Но вот в карман, даже куртки, даже зимний. И я походил пару дней в таком варианте, потаскал его в кармане. Оно куртку всю перекашивает. Короче, мне это дело не понравилось. Окей, что у нас тут есть? Сразу, да? Сразу, помимо того, что я как бы самого главную еще не подобрался: кемпинговый фонарь. Мигалки. Ну, то есть, знаете, полицейские мигалки. Тут одна красным загорается, а другая синим. Я вам покажу. Набор камер. Приемов тут огромнейшее количество. Тут тебе и телевик, и ультраширик. И все это снимает, ну, блин, чуточку лучше, чем домофон. Как бы вот печаль в этом плане. Обычный диод. Инфракрасный диод. То есть он может снимать ночью как фото, так и видео. Далее, это я еще не говорю, что тут всякие отверстия, барометр и так далее, по материалам корпуса. Вот тут, соответственно, вот эта металлическая вставка, это такой каучука резиновое что-то. То же самое вот здесь вот просто с текстурой. Ладненько. С правой стороны у нас что? У нас, соответственно, кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальца. Работает довольно-таки быстро, особенно для своей категории. И сразу Хоба! Да? Поняли? Поняли сразу? Входное отверстие для системы охлаждения проектора. В него, помимо того, что есть инфракрасный порт, есть еще проектор. Кому? Я же говорю, что вот все засунули, еще и проектор сверху. Поэтому это входное отверстие системы вентиляции, это выходное отверстие, это инфракрасный порт, это проектор. Это, соответственно, регулировка фокусировки проектора, ну то есть с помощью него он, я, э, резкость настраивается. Слот под две нано сим-карты и карту памяти. Да? Сейчас вот, вот сейчас вот так вот, Ногтями не откроешь, нужно только обязательно чем-то открывать. Я ногтями пробовал и в итоге это больно. Вот, вот ты открываешь и смотрите, тут тебе и сим-карты и карта памяти. Это при том, что у него встроенной 512. Дальше клавиши громкости. Тоже, да? Хе-хе! А клопка включения кемпингового фонаря. То есть нажал, подержал. Фонарь включился. Сделал его чуть-чуть потише. Сделал его мигающим. Включил. Подержал. И выключил. Это программируемая кнопка. К ней, конечно, есть вопросы. Снизу. Вот тут они прям, прям, мое почтение. Помимо USB-C, а, есть еще jack 3.5. Я знаете, что еще проверил? Я просто понимаю, что, ну, кому сюда воткнули все, что можно. Думаю, дай-ка гляну. А вдруг есть поддержка технологии MyChill. И... Нет, поддержки технологии MHL нету. Если кто не знает, что это такое, это технология, при помощи которой через вот этот порт ты можешь подключать внешний монитор, туда будет выводиться изображение. Если бы еще и это тут было, я бы вообще, наверное, был в шоке. Итак, столько всего впихнули, крепление для ремешка, и в целом, несмотря на дрожание клавиш, собран он довольно-таки неплохо. Он такой сбитенький, хорошенький. У него есть заявленное производителем IP68. Я, правда, когда увидел вот эти отверстия, да, входное выходное для системы вентиляции, я такой думаю, какое IP68? Я и так довольно скептически отношусь к трактора подобным смартфоном в плане защиты влага и пыли. Но тут я думаю, ну вы что, серьезно? Я потом посмотрел в интернете, на одном канале парень такой же смартфон берет, короче, включает проектор, кладет в эту самую, куда-то он, в кастрюлю с водой, и говорит, все, пускай он так поработает. Потом следующий кадр, он говорит, прошло три дня, смартфон жив. Ну, вот такую информацию я владею. Но я сам, как всегда, скептически отношусь. Что по поводу экрана? Во-первых, он 679, Full HD+, и он поддерживает 120 Гц. Сверху находится фронтальная камера, она вообще домофон лютый. Что по системе, да? Сейчас захожу быстренько в настройки, захожу вот сюда, мое оборудование. И тут что интересно? Во-первых, 13-я ведерка, танк 3 Pro, 512 гигабайт встроенной памяти. 18 оперативной, батареечка 800. И что самое крутое, казалось бы, в таком смартфоне, который швейцарский нож на бустах, на стероидах, Dimensity 8200. Блин, прям мое почтение. Окей. Хорошо. Дальше, соответственно, по меню, что есть тут интересно? Есть интересная настройка смарт-кнопки. Почему это задеет? Почему я обращаю на это внимание? Смотрите, казалось бы, да? Давайте, к примеру, возьмем на длительное нажатие. Тут можно запускать много всего интересного. Скриншот, там, записи экрана и так далее. Но! Радио даже можно зацепить. Но! Я такой вот ищу, ищу, ищу... Инструменты. Инструменты. Хорошо. Инструменты я могу зацепить. Но! Что хотелось бы зацепить на самом деле на эту клавишу? Я сейчас это все дело отключу. Операция не задана. Если зайти в инструменты вот инструменты. И тут есть такая штука, как симулятор оповещения, да? Суть в том, что я, допустим, беру вот эту штуку, включил там мигать, либо на постоянно мигать, да? Красный, синий включен, нажимаю. И я на камеру, наверное, так сильно не буду. Вы поняли? Просто, ну зачем это еще было сюда вставлять? Зачем? Кому просто так вот, все, что было, давайте поставим. Нет, это, это на самом деле многим будет полезно, важно. И мне сейчас наверняка кто-то в комментариях, да ты че, Димас, ну -то это же нужно. И тут еще можно выбрать разные тревоги, разные сирены. Тут, соответственно, всякие в инструментах есть всякие полезные штуки, как там барометр, уличный фонарь. Ну, уличный фонарь. Давайте я вам сразу покажу, как это выглядит вообще, как работает уличный фонарь в темноте. Нажал, подержал. Вот так вот светит его фонарик. Вот так просто... Тут один раз нажимаешь. Он становится чуть не такой яркий. Ну а теперь давайте я вам покажу, как работает проектор. Насколько яркий и как в принципе работает э, проектор на Танк 3 Pro. Итак, начнем, соответственно, с, с освещения. Стандартное освещение вовсе довольно-таки ярко. Вот, как видите, все, короче, ярко. Я включаю проектор. И по мере удаления от стены будем смотреть, насколько быстро пропадает э, качество картинки. Так, для наглядности я включу какое-нибудь приложение. Колду. Колду. Она сразу заглючила. У -у -у. Ну, пускай пока одупляется. Итак. Если вот на таком расстоянии, вот на таком расстоянии, нужно, конечно, фокус немножко подкрутить, но мне одной рукой это неудобно. Мне кажется, это более-менее видно. Вот на таком расстоянии это порядка, не знаю, 50-60 сантиметров. Вот, как думаете, это считается видно? Мне кажется, это вполне видно, если подкрутить фокус. Все, что уже начинается дальше, ну... Хотя на камеру выглядит классно, но по факту, на самом деле, это не вообще прям как бы уже не видно. Вот так? Окей, да? Даже при ярком свете. Начинаешь отходить дальше, это уже как бы совсем не то. Но, если я, к примеру, выключу свет. Но свет я выключу не полностью. У меня, если что, вот тут вот окна, свет немного проникает, хотя бы небольшой. И что у нас получается? Получается у нас, ну, все нормально. Да, то есть вот так я отхожу, отхожу, прям сильно отхожу. Прям вообще конкретно так отхожу, кладу его вот сюда вообще. На полку и получаю огроменный экран. Затем что делаю? Беру геймпад от бокса, который у меня к нему подключен, и сначала я в игру зайду. Так, начать, начать, да? И я вот так вот спокойно с геймпада могу играть. Скажу честно, надо к этому, не знаю, по крайней мере мне привыкнуть. Да, это большой экран, не знаю, даже какое-то расстояние, наверное, метра два на полтора. Вот в данный момент. Вот. Но это просто потому, что у меня вот именно здесь я могу положить смартфон, да? Можно, конечно, чуть-чуть поближе, будет выглядеть почетче, получше. Но это, ну, реально рабочая схема. Ну, реально ты можешь сесть вот так вот, взять геймпад и играть в те игры, которые поддерживают геймпад. Спокойно. Все. И как мне кажется, если, допустим, вот в таком небольшом, да, помещении, сколько тут, 20-25 метров, то... Ну не знаю, слышно вам не слышно, громкости, ну впал. это я даже по-моему еще не на максимум выкрутил громкость, да? Я сейчас ради интереса гляну, ага, зачем я вообще из игры вышел? А, это даже не на максимум громкость была Вот теперь на максимум Вот, вот так вот я буду сидеть, играть Ну, звук, конечно, такой себе Интересно, Самый главный вопрос, может быть, конечно, у кого-то он возникнет, а может быть и нет а, Так как смартфон поддерживает 120 Гц И в играх, в которых это не заблокировано, это можно использовать То что будет с теми играми, в которых, соответственно а, Сейчас я сделаю потише Потише Вот, соответственно, которые поддерживают больше 60 Будут ли в них через проектор больше 60 кадров? Я вам скажу, что а ну-ка отъедь дружок. Короче говоря, суть в том, что не будет. Да, хотел показать, но это все не супер удобно. А, вывод через проектор блокирует именно на 60 карт... кадрах. Я проверил на нескольких играх, и нигде больше чем 60 не было. Тут вообще что-то какая-то печаль. Он выдает вообще до 60. Странно. И честно, когда я первый раз там выложил, соответственно, сторис у себя в телегу, потом выразил в принципе, все в группу, в те, все резко, что за смартфон, где это, как это, что это так... Нереально круто. Я первый раз вообще тестирую смартфон с проектором, и прям... Вау, это такой эффект, но ну, скажу честно, да, это вау эффект длится около недели, потом как бы я даже ходил, соответственно, посмотрел, как это работает на зданиях, да, в в целом ночью в темноте это можно даже открыть и там на здании и проецировать как обычный проектор. Но поэтому это, конечно, круто, что тут есть проектор. И наверняка найдутся люди, которые прям скажут: слушай, вот это нужно. Но как по мне баловство, вот честное слово. Но давайте поговорим по поводу системы. Что тут есть интересно? Во-первых, что я проверяю в системе? Захожу в звонилочку, захожу в настройки и это гугловская звонилка. Тут нету стоковой записи разговоров. Но, но Смотрите, я опять же захожу в настройки, захожу в умный помощник. И вот тут вот внизу под расширением памяти захожу в запись звонков. Пожалуйста, автоматическая плавающая клавиша. Как это работает? Показываю. Хоба. Когда я совершаю вызов, видите, включилось. Включилось, и оно пишет. Вот сейчас оно записывает все. Но это такая записывалка, которая записывает все. И линию, и окружение. Просто все, 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 все подряд. Но во время разговора я могу ее отключить. Могу еще раз включить, новый файл создаться. Могу еще раз отключить. Могу еще раз включить и создаться новый файл. То есть вот сейчас хоба пошла запись. Оп, сейчас оно записывает. И потом я кладу трубку, оно прекращает запись. Единственное, что в этой записывалке, это нужно самостоятельно через файловый менеджер переходить к записи. Сейчас покажу где у меня тут файлы менеджер files хорошо Когда я совершаю выставку, видите, включилось. Включилось, и оно... вот так я специально как раз сейчас даю чтобы вы послушали как оно воспроизводит вот, я скажу так, что да, в Play Market есть подобные записывалки, что ты их там ставишь, и они записывают окружение, и они очень плохо записывают там, что там слышно с линии, но то все фигня, плюс там частенько надо что-то активировать, что-то докупить, а тут это идет с коробки, и как по мне, это просто гениальнейшее решение, просто, почему другие так не делают, почему только первый раз я такое решение вижу. Я не знаю, может быть, как-то можно вытянуть это в виде АПК-шки, в виде файлика. Если только знает, как это можно вытянуть, чтобы я использовал это на других смартфонах. Это было бы просто отлично. Ладненько. Дальше, по поводу системы. Захожу я, соответственно, в библиотека, э, скриншоты. Вот, соответственно, скриншоты, когда у меня осталось 4%, я сделал скриншот, думаю, о, блин, 6 дней назад-то, а? И потом еще прошел один день, и он у меня только тогда сел. Посмотрите, сколько продержался. Окей, okay. по скриншотам, и это с 50%, да, ну, чуть меньше там 50 оно было. Далее, а, троттлинг тест. Ну, в принципе, ожидаемый результат, во-первых, 200 во-вторых, как бы смартфон огромный, что ему там особо места полно. А, далее, результат тут просто 800, почти 900 тысяч, ну, окей. Okay. Что по играм? По играм все, несмотря на то, что экран поддерживает до 120 Гц, по играм все как-то неоднозначно. Начнем с красаута. Почему с красаута? Потому что у него не залочен, FPS. Ну, то есть, видите, вот, пожалуйста, вот так вот смотрим. Вот, до 120 он выдает. Но при этом, а, если в той же самой колде в настройках доступно ультра FPS, да, то есть, видите, пожалуйста, в колде можешь выбирать ультра, то в PUBG Mobile максимум только 60. Но, раз я зашел в PUBG Mobile, давайте я вам покажу самый большой минус этого смартфона в плане игр. А проще всего показать его как раз-таки на тдм Посмотрите, как дергается Сэмса. Вы видите? Вот эти рывки, рывки, рывки. Я вроде плавно веду, оно рывками ведет. То есть, видите, я веду, поворот делаю, либо что, просто веду. Когда быстро, это не так заметно А когда ты Ну Короче вы с... Видите? Дёрг, 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 дёрг Особенно, когда ты бежишь Как будто я с геймпада играю Ну, надеюсь, было видно Короче говоря По звуку вы слышали, да? Вот это максимально вот он лежит, расстояние там порядка 20 сантиметров. Громковат. Как по мне, конечно, в геншике ну, не так замечается, как в пабге, но все равно, когда ты не быстро двигаешь. Да? Ну, видите, вот эти вот рывки, когда ты медленно двигаешь. Дер, 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 дер. Ну, ну куда это? Как будто бы игра тормозит, но это не тормозит, не игра, а, видите? Когда особенно это видно, когда ты бежишь. Ну что это такое? Ну куда это вообще не годится? Ну как так-то, а? Такой вроде смартфон, такой, ну, не могли сделать, чтобы прям все было хорошо. Надо было где-то обязательно сэкономить, чтобы в бочку с медом пару ложек дегтя. Короче, ну, работает вообще прям. Я прям удивлен. Короче, с играми ситуация понятна. Производительности вполне, более чем. Для такого формата смартфона, но вот с э, Сенсой или с тачем, как правильно назвать беда. А, что по поводу МирПэ? Мирпэй установился, не выдает никаких ошибок, он просит только блокировку. А, я про NFC имел в виду. Далее, а GPS-тест. На удивление, я как всегда, в том же далеком месте нахожусь от окна. И, как бы, видите, сразу он в поле зрения 41, и сейчас я подойду к окну, то там прям сразу начнет находить. То есть, вот такая ситуация с GPS. Далее, о чем еще стоит сказать? Да, в принципе, все. Давайте теперь поговорим о грустном. Это камеры. Камеры тут, как я говорю, чуточку лучше домофона, несмотря на то, что тут там и 200 мегапикселей, и написано, что вроде как есть автофокусы третье, десятое. Просто давайте посмотрим для начала примеры фотографий. Да, где у меня тут фоточки. Начнем. Это ультрашик. И издалека это смотрится вполне неплохо. Это основной модуль. Это первичный зум. Вроде как даже сделанный на телевик. Ну, ну ладно. Если ты на смартфоне начинаешь приближать, вот смотрите, я приблизил на смартфоне, то... Ну... Уже акварель. Уже акварель. А если говорить про максимальный... Про максимальный зум. То, то это какая-то, вообще, просто какая-то печаль. Вот, я еще сделал фотку, соответственно, в другое направление от солнца, сделал фотку на солнце, сфотографировал. Соответственно, фронталочка на солнце, фронталочка против солнца, ну или наоборот, надо было сказать, фронталочка, когда солнце сбоку, тут вообще печаль, как-то вообще грусть. Тут прям еще разок я сделал фотку только с другого места, вообще как бы печаль печальная. Это, соответственно, в, в темноте, в темноте моего офиса. Вы видели, например, этого самого, насколько у меня темно в тот момент было. Вот это ночная фотка сделана в ночном режиме. А вот эта фотка с включенным инфракрасным диодом. Ну и теперь посмотрите примеры видео. Фронтальная камера, танк 3 Pro, Full HD 30 кадров. Насколько я знаю, он больше и не может. Вот так вот он снимает, но что-то он кропает прям по жести, потому что у меня сейчас вытянутая рука. Я только сидел примеры а, съемки на другой смартфон, и это выглядело как бы ну, подальше гораздо. А тут прям такой жесткий кроп. Надо сейчас посмотреть, все ли там в настройках нормально. Но мне кажется, ну вот так вот он снимает на фронталку. Дописываю. Почему был жесткий кроп? Потому что стояла электронная стабилизация, поэтому он обрезал. Вот сейчас без электронной стабилизации. Танк 3 Pro, фронтальная камера, Full HD, 30 кадров. И вот так вот он снимает без... Танк 3 Pro, основной модуль 4К. Насколько я понимаю, 30 кадров, потому что там нет возможности выбрать ни в каком режиме. Ни в 4К, ни в Full HD и так далее. Сейчас включена электронная стабилизация, и я смотрю, как он будет с ней работать. Так, сейчас быстренько погляжу сначала автофокус. Так, не туда. Да, короче, как есть автофокус? Да? Нормально. Нормально, в принципе. Нормально. Да, можно даже сказать, быстровато. Или нет, давайте нормально. Давайте нормально. Вот так вот посмотрим, что он там настабилизировал. Так, а что у нас по зуму? По зуму у нас... У нас... Как-то он приближает медленно. У нас каша. Цифры, конечно, огромные. Но... Но... Это 20X. Танк 3 Pro. Это съемка на ультраширике вроде как в 4К. Почему я говорю вроде как? Потому что я в настройках не переключал. Если он переключил, может, он это сделал сам, но я это увижу только за компом. Но на экране все жутко тормозит. Танк 3 Pro. Соответственно, 4К. Насколько я помню, 30 кадров. Это я сделаю съемку без электронной стабилизации. Но с автофокусом вроде как нормально все. Довольно-таки быстро. Вроде как. Ну, по крайней мере, на экране. Надо будет посмотреть. А сейчас посмотрю, как это в принципе без стабилизации. Пример съемки видео в полной темноте через инфракрасный диод. Если так сказать. 4К может снимать. Хотя, в принципе, там какое видео, какое разрешение выставишь, такое будет снимать. Но опять же, во время съемки видео в полной темноте при подсветке инфракрасных диодов. То есть, видите, с фокусировкой вопросы. Да, вот я сейчас нажал. На шлеме он сфото... сфокусировался. Если я начинаю отходить. Видите, он начинает расфокусироваться. Вот сейчас я опять нажал, он сфокусировался. В общем, с камерой, как бы, для э, смартфона такого класса, ну, можно сказать, да, круче, чем у домофона, уже хорошо. Но, с другой стороны, с учетом его цены, получать вот такую камеру становится... А, кстати, по поводу цены. По поводу цены. Э, когда я смотрел, он стоил порядка... 53 ты Я скидывал, соответ... или не скидывал в телегу, или просто где-то Короче, я нашел его на Алике, и там было 53 тысячи. И как бы можно было сказать, да, здесь столько много крутых фишек, Прям тебе и этот самый проектор, который реально нормально работает, реально показывает, реально подстраивается. Тут тебе и огромная батарея, тут тебе и возможность заряжать другие смартфоны, и классное решение записи разговоров. Можно было сказать, но, блин, камера. Вот камера тут как бы. И видно, что вроде как и фотки, то есть железо. Тут ну, нормально. Такое ощущение, что они софтом очень сильно не докрутили. И кто-то может сказать: Димас, ну они же, наверное, выпустят это. Да вряд ли, вряд ли они какое Подобного класса смартфоны, они не особо-то и обновляются. В лучшем случае прилетают патчи какой-нибудь безопасности. Поэтому как бы очень круто, что тут есть и проектор, и огромная батарея, и запись разговоров, и инфракрасный порт, и еще радио тут есть. Единственное, по поводу радио, что я не сказал, я это частенько проверяю, это какое радио может работать без наушников. Это радио не может работать без наушников. Ну, то есть вы видели, да, я, соответственно, включил радио, он говорит, братан, включи наушники. И я такой, можно без наушников? Он говорит, нет, нельзя. И я в таком диком восторге был, когда вот эти всякие фишки, особенно проектор увидел в смартфоне, который нормально работает, и я прям, вау! Но это, вау! Оно проходит через, не знаю, там, 2-3-4 дня максимум. И да, круто, что здесь есть там, и сирена тебе, и еще там всякие вот эти полезные штуки. Но это смартфон, опять же, для определенных людей. Плюс самый главный и большой минус этого смартфона, это то, что... Почти 700 грамм, да, без малых, без 4 грамм это 700 грамм, и кто-то скажет, да ну, нет, ребятушки, я специально ходил с ним в куртке, в зимней, в кармане, это я не говорю про карман штанов, это даже там, как бы, он его оттягивает, и это не очень комфортно, но в целом, сама концепция, сама идея очень невероятно притягивающая, просто прикольная, но камера... Но его, ну хотя к вес, ладно, вес я даже не знаю, это с одной стороны вес, это потому что такая большая батарея, это потому что тут есть проектор, поэтому вес, ну, вроде как нивелируется чем-то. А вот то, что тут камеры вот такие вот, то, ну, печалька. Короче, в целом очень интересно получилось, но есть, соответственно, свои минусы. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока!